Сегодня в драматическом театре состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию Мариупольского государственного университета. В гости к юбилярам пришли преподаватели вуза, студенты, а также народные депутаты Украины, представители Донецкой областной военно-гражданской администрации и городской власти. После того, как прозвучал гимн Украины, в исполнении оркестра Главного управления национальной полиции в Донецкой области собравшимся был продемонстрирован документальный фильм о жизни и достижениях университета. Для поздравлений первым на сцену поднялся ректор МГУ, почетный генеральный консул Республики Кипр в Мариуполе Константин Балабанов, который с момента основания возглавляет вуз. Уважаемые дорогие гости, уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, студенты, выпускники, дорогие друзья, для меня высокая честь и огромная радость от имени преподавателей и студентов Мариупольского государственного университета тепло и сердечно приветствовать всех вас на нашем празднике. Мы очень гордимся тем, что наш университет является ровесником независимости украинского государства и был открыт благодаря демократическим преобразованиям в нашей стране. Мы начинали практически с нуля, без учебной и кадровой базы, тем более без международной связи. Но благодаря колоссальному трудолюбию и энергии, таланту и профессионализму, оптимизму и патриотизму преподавателей и сотрудников, инициативности студентов, поддержки на всех уровнях власти, наш университет стал авторитетным вузом, который хорошо знают в Украине и за рубежом. Были зачитаны поздравления от президента Украины Петра Порошенко, президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и президента Греции Прокописа Павлопулоса. С приветственным словом в адрес руководства коллектива и студентов МГУ обратились и гости праздника. Народные депутаты Украины Дмитрий Лубенец, заместитель председателя Донецкой администрации Игорь Стокос, заместитель министра, руководитель аппарата Министерства образования и науки Роман Греба, заместители городского головы Ксения Сухова и Александра Галтвенко. Позвольте мне от себя особисто и от людей, которых я представляю в фоне Рады, это Південь Донецької області, сердечно привітати вас з 25-ю річницею з дня заснування Маріупольського державного університету. Я іскренне вітаю надіжди на всі, що іменно ваші страдання, старання через некоторое время і страдання ми теж. Ваші однофамільці, тьоски та МГУ и студенты, преподаватели, рано или поздно станут завидовать нашему коллективу. Виновников торжества и гостей праздника поздравили коллективы художественной самодеятельности, в том числе барабанщицы Главного управления национальной полиции в Донецкой области, для которых это выступление стало дебютным.